эту трубу тоже позже поставили. То не согласовано было. Городские власти с горэлектросетью не согласованно все это сделали. Поэтому мы попадаем в зону отчуждения. Именно поэтому мы просим всех чиновников, кто вправе решить такой вопрос, чтобы нам сделали либо со 100 метров обратно пусть сделают 25 метров, тогда никаких претензий к «Газпрому» к нам не будет, и у нас не будут претензий к «Газпрому». Либо подают трубу на безопасное расстояние. Труба нам так-то не мешает, она находится под землей. Если они сделают вместо 100 метров на протяжении 1 километра, нам достаточно, а на 1 километр протяжения они сделают не 100 метров, а 25 метров. Знаю все эти причины, знаю все это, и он еще